Число погибших при исходе оползня в штате Вашингтон достигло 26 человек. Ранее сообщалось о 24 жертвах. Еще 90 считаются пропавшими без вести. Президент США Барак Обама уже объявил в штате режим ЧП. Напомню, сход оползня произошел к северу от города Сиэтл. Случилось это в минувшую субботу. Разрушено около 30 жилых домов. Слой глины и обломков деревьев протянулся почти на 2 километра. Селевой поток перекрыл один из рукавов реки Стиллагуамиш, создав тем самым угрозу наводнения.